Ну что, народ, доброе утро. Доброе утро из отеля Хинтон бай Хилтон. Хинтон бай Хинтон. Блять, как мы там нахуй? Я это вырежу. Хинтон бай Хилтон. Да, народ, доброе утро. Доброе утро из отеля Хинтон бай Хилтон из аэропорта Кракова. Вот номер. Выезжаем уже сейчас. Будем спускаться вниз, сдавать отель почти 12. И ехать, ну, сдавать номер и ехать в Матейко. Где проведем 2 дня еще, надеюсь. Погуляем, походим. Правда, сегодня воскресенье. Не очень-то и погуляешь. Помним, что в галерее Краковской все склепы, то есть все магазины закрыты. Но работает очень много на Флорианской, очень много других бутиков, улиц работает. Наташа Всефора уже планирует. Короче, главное сейчас вызвать такси, потому что ну, цена будет немножечко выше, чем мы сейчас бы на электричку вышли. И мы доберемся, не повредим себе ни спины, ни плечи, кинем наши чемоданчики в Матейко, снимем вам Матейко снова. Классный отель, в принципе. И пойдем, наверное, потом уже с вами гулять. Надеемся, будет много видео с Кракова. Все, ставьте лайки, пишите комменты. Все, друзья, вон наша машинка приехала. Не, мужик думает, что это его, но это наша машинка Болт. Стоит 22 злотых 53. 22,53. Все, уже выходим. Нам порекомендовали просто Болт в отзывах, что он будет дешевле. Вот. А вон и к мужичку уже машинка приехала. А так бы стоило 49 злотых. Так, 22 злотых, это, видимо, скидка, потому что мы первый раз бронируем Болт. Все, вперед в Матейко. Ну что, друзья, вот мы снова возле отеля Матейко. Доехали к вам за 25 минут и всего лишь заплатили 233 гривны. Сколько это в долларах, смотрите, сейчас я вам напишу. Поставьте лайк за это, кстати. Зовет девочка меня? Вот отель Матейко, и нам уже обещали дать номер сейчас, хотя регистрация в 2, а сейчас только 12. Все, пошла я деньги платить. Не, все уже сняла. Дали нам номер 409. На этаж выше. В прошлом году был 309. Ну, уже в коридорчике включимся. Двери, которые постоянно на меня реагируют. Извините, все, мы уже уходим. Посмеялись. Да мы смеемся, знаете чего? Нам сказали... Ну да, 409 уже сказала, нам сказали. Ой, мы вам хотели дать 309. Я говорю, у нас в прошлом году был 309, но он еще не готов. Говорю, сейчас 12, нам дали номер, хотя регистрация в дом. Спасибо большое. Уже приемный, да. Идем смотреть, думаю, он такой же. Сейчас посмотрим. Обзор. И все, как в прошлом году, я снова такая, оп, туда повернула, а там ничего нет. Вот, оставляем мой чемодан. Не могу я тащить левой рукой, плечо еще болит. Ну, вот такие же номера. В прошлом году мы ходили и говорили очень тихо, приехали поздно. Витражное стекло есть. Так, красота. Сейчас, по идее, мы должны уйти влево, там будет 2 номера. И наш такой, который будет впереди. Да, такой же. Вот 309, сейчас 409. Но если нам дали 309, прикиньте, мы такие, уп, облом, а что снимать вам, что показывать? Давай сразу ты зайдешь, да? Да, давай, главное, чтобы чемодан там еще мой. Да, никому. 409. Ты-дын, 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 да. А мне что-то кажется, он больше почему-то. Вот он. Слушайте, он нет, больше. Мне уже не нравится. Что такое? Знаешь почему? Я там могла это окно открыть. А, да, сейчас он другой. Здесь высокий. А тут высокий подоконник, и здесь можно кучу всего положить. Ой, помогите, я запуталась. Нет, там был широкий. Ух ты! Все есть, церковь есть. Помните, какие чудесные звуки нас будили? А кому-то не нравится. Ну, больше он. Слушай, помню, чтобы такой стул был. Он какой-то большой. Не знаю. Ну, кровать, да, такая маленькая, нам было удобно вроде. Все нормально. Причем нам говорят, мы сначала дадим вам номер с 2 кроватями. Потом, нет, есть только с 1 кроватью. Вы будете брать? Я говорю, мы будем брать все, что угодно, потому что сейчас 12. И это шикарно, что мы не будем ждать 2 часа. Так, давай сейчас это. Я зараз притащу. О, спасибо. Наташа за чемоданом пойдет. Вот, спасибо. Есть вода, кстати. А помните, какая вода была? Она была газированная. Ну, да. Я сказала, что 1 бутылка была. В Хэмптон бай Хилтон не газированная, но она была соленая. Поэтому такую воду она, поставили, чтобы даже пить не могли. Привет, это я. Это я. Так, что вам сказать? Кравчик небольшой, но комфортный. Наташа пошла за... А что-то света нету, что я не понимаю, что надо. А карточку нужно вставить. Так, все. Сейчас, друзья, мы вставляем карточку. Ну да. Зашли, карточку не вставили.
Ой-ой, как это все неудобно одной рукой делать. Так, и что мы? О, как сразу по волшебству появился свет. И вот такой у нас туалет. Немножко другая, по-моему, плитка тут такая вообще морская. Люблю такие цвета, вообще класс, когда заходишь, что такое настроение. Такая кабинка душевая. Ну, удобно, удобно. Мы же помним расположение возле вокзала. Полотенечки есть. Вон еще, даже для ног две зачем-то, ну и нормально. О, вся вот эта вот штучка есть. Люблю, приятная. Шампунь, гели, шапочка. Ну, классно. Что, Валера? Нет, какой-то Боман. Что-то Валеру уже променяли. Либо все Валеры стали крутыми. А? Про Валеру рассказывай, не Валера, а Боман. Спасибо, что чемодан принесла. Да, я помню. Кстати, я карточку вставила. Где вторая карточка? Она вам две дала? Нет, одна была. А одна карточка? Да, вообще одна. Ага, значит, смотрите, завтрак, помним, был вкусный. Надеемся на салаты. По сравнению, конечно, с Хэмптоном Бай Хилтон будет покруче. С 7 до 10.30, выезд 12. Отель Матейко, Хотел Матейко. Уже кучу раз его прорекламировали. Кстати, в прошлом году по моему пути, по нашему пути, как бы, ну просто Матейко. Отель мы хорошо прорекламировали в Ютубе. Даже наших двое знакомых из Ильяина поехали именно этим путем. В Матейко, а потом уже в Пшемысль. Ну, в Матейко переночевали в Сабу-Даби. Потом в Пшемысль. А де гроши? Мы даже руку даем. Де гроши, да. Да, так что вот удобный действительно отель и путь. Когда мы добираемся домой, когда у нас не летает ничего к нам, вот это Путин, путь самый комфортный. Вот, так что такая фигня. Что могу сказать? Я грустно просто, когда мы летали прям в Борисполь или в Жулян и просто нагрузил чемодан. И мы еще жаловались, что было тяжело. Кинул в машину, кинул в аэропорту, подобрал в Киеве. Все, сейчас мы едем из, мы летим. Во-первых, мы едем из Эляйна в Абу-Даби, из Абу-Даби летим в Краков. Из Кракова еще добираемся до отеля, но сейчас мы переночевали в Хэмптоне, Хилтон в аэропорту. И потом еще нам ехать автобусом или электричкой. Я скажу сразу, в этот раз мы выбрали автобус. Нет, посмотрите чуть. В этот раз мы выбрали автобус, потому что мы на электричку, там просто 4 вот такие ступеньки. Мы не поднимем наш багаж. У Наташи 26,5, у меня 22,5. Везем подарки родным и близким. Вот. И мы будем ехать автобусом еще 4 часа до Пшемысля. Из Пшемысля мы выедем поездом. Поздно, электричка Интерсити в 23.30. Все как было в прошлый раз, только мы поедем не электричкой, а поедем автобусом из Кракова в Пшемысль. Потом уже, надеюсь, сядем в поезд и доедем в 10 утра в Киев. Так что, ну, сложно, сложно добираться сейчас. Вот. Но мы не грустим. Спасибо, вы с нами. Кстати, хотелось бы вам показать, открыть окно. Ой, смотрите, вот, ну, чтобы его открыть, кстати, допрыгнуть, это надо постараться. Сейчас допрыгну. Так, да, окна не допрыгнула, встала на стул, сейчас покажу вам. Отель Матейко. Ну, может, в этот раз дали. Сказали же, за этими закреплен 309-й. Они же постоянно его рекламируют. Ну, сейчас дадим 409-й. Вот на стульчик встала, и сейчас посмотрим с вами такую вот прохладу Кракова. Класс, после пустыни. Класс, класс, класс. Народ, реально класс. Но мы знаем, что в 2 часа с 2 до 5 должен ливень ливануть. Это, конечно, нас не радует. Да, но мы надеялись выйти погулять. Сегодня воскресенье. Что мы там уже вам делали видео, когда мы вышли на Флорианскую, купили много всего. Но когда мы пришли в галерею Краков до этого, были в галерею Краковскую. Были закрыты все магазины, чтобы у нас склепы закрыты. Мы в гробнице пришли. Склепы закрыты, но не откроются в такое-то время. Нифига они не открылись. Были открыты только фудкорты. А людей было много. Поэтому нас всех удивило. Видео вставлю в описании. Там тоже, кстати, классно можно посмотреть. Это Европа. Они так живут. Чего они должны открываться? А почему на Флорианской открыто? Потому что это туристы. Вот, 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 вот. Так что, ну вот такое видео сегодня. Снова мы в Матейко. Посмотрим завтра с вами завтрак еще. Наташа нашла что? Ой, что это? Что это? Что, думаешь, это тапочки? Берешь это, шоу полиш для обуви полировать. Класс! Вот это мне надо. Вот это вас. А как это? Это сюда вообще там еще какие-то есть эти. А что это такое? Что-то еще есть? Сейчас, Наташа, вам сюда идем еще. Это постирать. А это что такое? Шевин кит? Это ниточки. А, сью. Это я сю. Как читается? Сьювинг? Да? Как-то так. Прекрасно, мне это. Вот, ну, Наташе все надо. Все.
Не, ну такие вещи вообще шикарные. А тогда не было, кстати. Еще в одном носке в кроссовках. Кстати, кроссовки прикольные, удобные. Купили мы в Эляне, но это видео покажем вам позже. Потому что мы уже вам показали много видео с Абу-Даби, а два видео с шопинга в Эляне классных мы не успеваем вам показать. Покажем уже где-то в августе, в сентябре, короче, как уже приедем. Приедем назад в Эмираты. Все, прощаемся с вами. На этом видео ставьте лайки, пишите комменты, нам будет приятно. Всем пока!